Друзья мои, всем привет! С вами снова Киномишка, и я вновь продолжаю рассказывать вам интересные факты из индустрии кино. Итак, сегодня мы поговорим с вами о самых значительных сериях фильмов за всю историю мирового кинематографа. Некоторые из этих киносерий, либо кинофраншиз, как их принято называть, только начинаются, а какие-то уже логически закончены. Итак, у меня получилось 23 франшизы, поэтому ролик будет объемный, я его разделю на две части. Итак, 23 место. Это серия фильмов об искателе сокровищ Индиане Джонсе. В главной роли Харрисон Форд. Эта франшиза собрала 1 миллиард 947 миллионов долларов. Самый рейтинговый фильм оказался Индиана Джонсе 4. Королевство хрустального черепа. Кстати, сейчас прошла информация, что будет 5-й фильм. Когда он выйдет, естественно, неизвестно. 22-е место. Это серия мультфильмов «История игрушек». Во всем мире эти три фильма собрали, 5 мультфильмов собрали 1 миллиард 970 миллионов. Ну и лидером проката из этой серии стал третий фильм, это «История игрушек 3». Они собрали 1 миллиард 6 миллионов. 21 место. «Планета обезьян». Всего фильмов вышло 5. Общий кассовый сбор чуть более 2 миллиардов. И лидер проката этой серии, этой франшизы, был фильм «Рассвет планеты обезьян». Он собрал что-то там порядка 710 миллионов долларов. 20 место. «Миссия невыполнима», конечно же, с Томом Крузом в главной роли. Сейчас производят 7-ю часть. Мы должны были увидеть ее летом, но, к сожалению, он даже не доснят. Поэтому, скорее всего, в 2021 году мы увидим киноленту. Общий кассовый сбор 2 миллиарда 779 миллионов долларов. Количество фильмов в серии 6. Самый пока кассовый считается «Миссия невыполнима. Протокол Фантом». И собрал он 694 миллиона долларов. 19 место. «Голодные игры». Все, наверное, знакомы с серией вообще и книг, и фильмов. Общий кассовый сбор 2 миллиарда 968 миллионов долларов. Лидеры проката – это, конечно, «Голодные игры» и «Вспыхнет пламя». Вторая часть, получается, собрала на 865 миллионов долларов. 18 место. Опять мультфильм. И это серия «Ледниковый период». Общий кассовый сбор перевалил за 3 миллиарда. Всего 5 фильмов в серии. И лидер проката серии является «Ледниковый период. Эра динозавров». Они собрали 886 миллионов долларов. 17 место. «Девочки. Сумерки». Вот они. Общий кассовый сбор 3 миллиарда 343 миллиона. Всего 5 фильмов. Лидер проката серии фильм «Сумерки. Сага. Рассвет». Часть 2. Честно, был очень интересный сюжетный твист в финале этой саги. Кто не видел, прям посмотрите, рекомендую. Потому что мы когда ходили на премьеру, весь зал сказал: «Да ладно», в конце этого фильма. Ну вот так. 16 место. Вновь мультсерия, мультфраншиза, всеми любимый «Шрек». Всего отснято 5 фильмов, выпущено 5 фильмов. Общий кассовый сбор 3 миллиарда 510 миллионов. Лидером проката в этой серии является «Шрек 2», который собрал 919 миллионов долларов. 15 место. Всеми любимый «Парк юрского периода». Всего 4 фильма, общие сборы 3 миллиарда 642 миллиона долларов. Лидер проката серии «Мир юрского периода» – это 1,5 миллиарда рублей. Вот так вот получается. 14 место, друзья мои, «Гадкий я». Ну, туда же можно отнести «Гадкий я», 3 части, которые были, и «Миньонов» мы туда же относим. Всего 4 фильма, общий сбор 3 миллиарда 708 миллионов долларов. Лидер проката, конечно же, серия про «Миньонов». Она собрала что-то 1,2 миллиарда, где-то вот около этого.
13 место занимает вселенная DC. Это комиксы. Общий кассовый сбор 3 миллиарда 768 миллионов долларов. Самый лидирующий фильм в прокате — это «Бэтмен против Супермена». Долго его ждали, многим он не понравился. Лично мне, кстати, тоже. Собрал этот фильм 873 миллиона долларов. Фильмов вселенной пока всего 5. 12 место. Любимые трансформеры. Вселенная создана Майклом Бэем. 6 фильмов выпущено. Общий кассовый сбор 4 миллиарда 385 миллионов. Я считаю в долларах. Кстати, это не в рублях, это в долларах. Самый кассовый фильм — «Трансформеры 3», который собрал 1 миллиард 100 миллионов. 11 место. Всеми любимые «Пираты Карибского моря». Общий кассовый сбор 4 миллиарда 524 миллиона. Фильмов всего 5. Я так понимаю, что франшизу логически завершили, потому что Джонни Деппу предлагали вернуться к роли Джека Воробья, но он сказал, что все, с него хватит. И лидером проката этой серии является фильм «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца». И он собрал чуть больше 1 миллиарда долларов. Итак, друзья мои, 13 мест кинофраншизы. Самая известная кинофраншиза во всем мире. Завтра я расскажу вам о десятке тех, кто обошел многих конкурентов и заработал огромные-огромные деньжищи. Всем пока, всем быть здоровыми.